Вот он. Та-да-да. И его вроде пока еще не съели. Пока растет касатик. Тут у нас дождик был. Вчера у меня уже сил не было ничего поливать. Поэтому там доели лист окончательно, бесповоротно. Вот там еще огурчик. У-у-у. Так, а там его прям грызут. Бедный несчастный огурец. Вот. Еще чуть-чуть. И еще немного. Здравствуйте. 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 Я вам даже перчатки надела. Думаю, сейчас я как начну ловить всяких... Как их там называют? Браконьеров, да. Начну ловить браконьеры, да. Да. Ой, страсти какие-то. Мр. Мр. Давай немножко польем огурчики. Вот, чуть-чуть. Чтоб они еще быстрее росли. Да. Мрау. А да мрау. Вот и мой мрау. Сливки, сливки, сливки. Тюфсик. Тюфсик. Тюфсик, ты мой замечательный кот, принес мне подарок сегодня. Мышку принес. Мышку принес. Даритель ты мой. А эти-то, эти колючки повыставляли. Вы ж мои золотые колючки повыставляли, чтоб никакая зараза сюда не добежала. Правильно. Что-то опадают. Не знаю почему. Что-то растет так неплохо. Вон. А вот один дружбан что-то так хорошо рос, и на тебе, получи фашист гранату, называется. Стал желтеть на корню. Может, какая зараза до него догрызлась таки. Только сняла перчатки, и на тебе, вон он. Вот он, стервец. Делает вид, что он в обмороке. Что случилось? Ты где? Что такое? Почему ты мяу? Почему ты мяу? Ой, любви нам хочется. Страстной, страстной любви нам хочется. Тюфсик, вот начинаешь снимать про огурцы, и ты тут как тут. Начинаешь снимать про слизней, и ты тут как тут. И про смородину. И ты тут как тут. Да? О, упал на мои ноги и лежит. Скажи, не понимаешь ты моей безответной любви? Сейчас пойдет Фоксика гонять. Бандиты мои пухнастые. Ну, даже редиска, по-моему, начала расти. Надо будет сегодня срочно полить. Хотя, ой, как красиво выедают. Прям полумесяцем, а? Вот же ж у кого-то хороший аппетит. И тут... Ой, какая красивая. Обалдеть. Вот. Такая тут у меня... Красотень. В общем, по второму разу высаженная редиска меня удивила. Надо будет сейчас еще немножечко припылить пеплом. Какой у меня красивый цветок картошки. И еще один красивый цветок картошки. Прям все колосится. И даже морковка взошла. И Фоксик тоже колосится. Ай, кто животяру свою выставил? Кто животяру выставил свою? Ой, выставил свою животяру. Ой. У меня там, по-моему, есть даже. Вон такая маленькая, крохотная. Сейчас я туда залезу. Клубничка. О.
Спасибо за подарок к выходному дню. О, разве не красота? Скажите мне. Там еще чуть-чуть. Кстати, морковка единственная, которая здесь зашла. И взошла она именно... О, гады. И взошла она здесь тогда... Ну, вот как это называется? Ну, не... Да. Вот. Сейчас еще одну достану. Может, это цела. Вот. Морковка единственная живая. Из того же пакетика, что я и сажала в апреле и в мае. О, красавишна. Все такое. Все такое. Ну, все ты. Все ты, боты. Балдежник. Вот, в общем, морковка вроде бы растет. Ну, тут, конечно, я все это жахнула на предыдущие кусты. Оно все погибло. Не знаю, по какой причине. А это вроде как растет. Вот такой небольшой рядочек такой. Да, и ты, конечно, красивый кот. И ты красивый, да. Красивый, самый красивый полосатый кот. А Фоксик самый красивый рыжий кот. Да, вы самые-самые красивые коты в мире, да. В нашем маленьком мире вы самые красивые коты. Да, других таких красивых котов нету. Ну, может, в каком-нибудь другом мире. А в нашем нету. В нашем деревенском нету. Вы у меня самые красивые коты. Вот. Укропчик надо, наверное, уже будет покоцать. Вот, потому что если он сейчас пойдет в этот самый, в семена, вот я уже пару раз обгрызала. Ну, не я обгрызала. Так. Фигурально выражаясь. Ну, и все такое. Ну, куда ты пошел? Ну, куда ты пошел? Что ты? Опять будешь доставать Фоксика? Ну, вот. Вот так вот. Вот так вот. Так. А ну, бойню прекратили. Мордобой. Вот. Злодея. Сейчас. А ну прекратили. Запрятался. Туфсик. Фоксик. Засранцы, а. Фоксик, ты получил по морде. Чего ты цепляешь Туфсика? Ух, сейчас я кому-то. Ух, как я сейчас. Ух, страшно. Вот ты злодей. Мы живем. Только комплименты им раздашь, они раз и пошли воевать. Да? Ты, великий воин, устал. Это вылез из подполья своего. Да, 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 да. Да, вылез из подполья. Да. Две морды. А? Две морды хитрых. О, какой тут товарищ шастает. Ты куда ты пошел-то? А сниматься? А быть звездой моего канала? Жужжит. Серьезный. Пинь. Дальше пошел. Колокольчики цветут. И тысячелистник уже можно собирать. А яблочки-то зарумянились. Вон еще один румяный такой товарищ. Вон там румяный. И солнышко их любит. Мяу!
Скажи, машины тут ездят и ездят, и ездят, и ездят. Эти машины невозможные, да? Невозможные машины. И черная смородинка. Вот она, красавишна. Какие? Какие ягодки. Ням-ням. И соглядотай чапает. Ай, Чапсик. Скажи, конечно, 4 дня дома тебя не было. Все на своей работе. Да? Скажи, тут уже смородина черная выросла. Но тебе и поесть ее некогда. Да? Да, действительно, уже такая хорошая. Можно собирать и есть. Так, ладно, извините, я буду есть без вас. Я когда вела, вернее, записывала чайно-кофейную эту... А, это, наверное, шишки. Это, наверное, шишки были, потому что так висело. Ну да, они там две вместе. Такое ощущение, что вроде как кусок ткани кто-то куда-то или чехол затащил. А это всего лишь шишки. И Фоксик. И Фоксик меняет дислокацию. Тюфсы сидит, ждет. Пойду я в дом, не пойду. Чтоб сразу раз в люк и заскочить. Или скажи, если я сам пойду. А тут двери сами открываются. А тут двери сами открываются.